Здесь, на территории Дубровичи, только одна из 6 несанкционированных свалок. Всего в Рязанской области их 3. Общей площадью почти 2 гектара. Проблема еще и в том, что находятся они на землях сельскохозяйственного назначения. Полиэтилены, бутылки, доски, обгоревшие бревна – все это сразу бросается в глаза. А еще шины. Есть тут и они. Это, кстати, отходы 4 класса опасности. По закону их нужно сдавать. Например, в шиномонтаж. Да еще и доплатить. За такую вот утилизацию попросят от 20 до 50 тысяч. На одной только этой свалке штрафов наберется на несколько десятков тысяч. А это только одна из 3 новых помоек в Рязанском районе. В этом году у нас уже установлено 2 случая, то есть 2 свалки с загрязнением. То есть установлены, отбирались пробы сотрудниками, установлено загрязнение тяжелыми металлами. То есть уже эти участки, которые даже если убрать весь хлам с территории, с поверхности почвы, уже эту почву нельзя использовать в сельхозпроизводстве без рекультивации, восстановления нарушенной части. Свалка в Дубровичах – одна из таких. Пожаловались на нее местные жители. Кстати, уже не первый раз. В прошлом году ее убрали, штрафы выписали. В этом она появилась снова. Площадью почти в 5000 квадратных метров. Остальные 5 менее масштабные. 1000 квадратов в Шацком районе и 3000 в Спасском. По результатам данных мероприятий, всем владельцам этих земельных участков, сельхозназначения, где были выявлены свалки, управление выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Связано почему предупреждением, предостережение, потому что в этом году у нас ограничения, наложенные законодательством на возбуждение дела административных правонарушений. Сейчас закон руки все же связывает. В прошлом году, например, на уборку территории от мусора старались давать минимальный срок – месяц, а то и 2. На рекультивацию – 7. В 2021 году выявили 13 таких свалок. Штрафов выписали на 1 000 000 с лишним. Сейчас контролируют предостережениями. И, видимо, не зря. Местные жители рассказали, что заметную часть несанкционированной мусорки уже вывезли на 15 КАМАЗах. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».